Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Меня зовут Юлиана, и мы вас, друзья, приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, буквально завтра наступает 10 июня 2021 года. Вы знаете, и это один из самых лучших дней для загадывания желаний. Почему это так? Как повлияет новолуние на наши мечты, солнечное кольцеобразное затмение, и как мы с вами этот день можем использовать только во благо себе? Друзья, далее в этом видео. Обязательно этим видео поделитесь с теми, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Пусть также они узнают об этой интересной и важной информации. Итак, друзья, как мы уже сказали, 10 июня наступает один из самых лучших дней для загадывания желаний. И почему именно так? Потому что именно 10 июня состоится одновременно, друзья, новолуние и кольцеобразное солнечное затмение. И затмение вот именно такого вида является достаточно крайне редким. И именно 10 июня это затмение закроет коридор затмений, который, помните, начался у нас 26 мая с полным лунным затмением. И еще его называют кармическим. Обращаем ваше внимание, что новолуние 10 июня состоится в знаке зодиака Близнецы в 13 часов 54 по московскому времени. А вот солнечное затмение, друзья, состоится в 14 часов 26 минут. То есть 10 июня полный день будет достаточно энергетически сильным. И, кстати, все вот эти две недели с момента полного лунного затмения мы программировали себя на будущий цикл жизни, который будет равный 18 годам. И, друзья, у нас вот этот период, это время подведения итогов. Знаете, вот как бы 10 июня это у нас некий кульминационный момент. И в будущем мы с вами должны шагнуть без груза прошлого. Поэтому старайтесь завершить, вот буквально остались, наверное, считанные часы правильно, для того, чтобы вы не наступали на одни и те же грабли. Если вы не можете закрыть те или иные моменты в своей жизни, ну хотя бы проанализируйте и, знаете, сделайте работу над ошибками. Так вот, девочки и мальчики, 10 июня завершается у нас такой вот итог. Мы подводим итоги, и впереди нас ждет только все самое лучшее, которое, опять же, в наших руках. Поэтому важно правильно определить себе цели и написать самые важные желания. Их можно и проговорить. И загаданное в новолуние 10 июня желание обратной силы иметь не будет. Поэтому продумайте тщательно все последствия. И, друзья, в момент затмения 10 июня обязательно скажите следующие слова. «Солнце скрывается, мир без света оставляет, в темноте блуждать заставляет. Удачу в это время привлеку, от проблем уйду. Как удача за мной по пятам ходит, так и невзгодам не бывать, проблемам от меня уходить, а везению пребывать». Это, друзья, слова на удачу. Обязательно в момент затмения скажите эти слова. И, друзья, следующая практика, которую мы рекомендуем всем провести именно 10 июня, это практика на привлечение изобилия и достатка в вашу жизнь. Обязательно 10 июня, в день новолуния, в карманах вашей одежды положите обязательно разные деньги, монеты, купюры. И чем больше, тем лучше для вас. И в момент, опять же, затмения произнесите следующие слова. «Монетами карманы набиваю, звоном богатство себе привлекаю. Сколько монет будет, да столько и прибавится, втрое умножится и со мной останется». И, друзья, постарайтесь на протяжении всего дня с этими монетами, банкнотами проходить. А в солнечное именно затмение обязательно сказать эти волшебные слова. И, друзья, эти деньги потом вы можете разложить по тем местам, которых у вас обычно. То ли в кошельке, в кошелек, в шкатулку, а, возможно, можете даже какую-то часть и потратить на себя любимую
или любимого. Это очень важно. Обязательно 10 июня будьте в прекрасном расположении духа. Ни в коем случае у вас в этот день не должно быть никаких отрицательных эмоций. Выходите из этого состояния, если вы находитесь в депрессивном. Только улыбайтесь, только радость, только любовь, только благополучие. И у вас, друзья, обязательно все получится. С вами, как всегда, был канал «Эзотерика для тебя». Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. Обязательно заходите на наш канал и смотрите другие интересные видео. Ну, а мы, друзья, с вами прощаемся и услышимся уже в следующем видео. Пока-пока!